Good morning, ladies and gentlemen. И на этот раз я буду говорить с вами на русском. И снова мы рады вас видеть в City of Nanjing, Нанкин или прочей южной столице Китая. Как говорится, как мы помним, Ебеняо в Чайна. С нашего последнего визита прошло немало времени. Как вы видите, моя борода стала короче, а все остальное длиннее. И это не может не радовать. Не меняются даже пейзажи за окном. И, конечно же, мы знаем, что визит в этот замечательный город-герой означает начало самых незабываемых приключений. Вот, поэтому, как говорится, целуйте своих друзей, животных и всех тех, с кем можно и нельзя жить в этой гостинице. Мы желаем вам доброго утра!